Приветствую вас, друзья. Я что-то смотрю тут ВКонтакте. Понимаешь, приглашение на Байкал с темой раскрытия творческого потенциала в сказочном месте. Значит, сказкотерапевтическим методом уникальным. И что-то народ это... Вы что? Такая возможность реально там... Вообще, понимаете, то есть это же не то, что там вообще, где вы, я приглашаю. Смотрите, мы прилетаем из Москвы, из Питера, из откуда угодно, в Иркутск, из Красноярска можно очень интересно слетать. То есть прилетаем в Иркутск, потом мы едем на Байкал. Можно от Иркутска там чуть-чуть доехать и... катером до Ольхона, на острове Ольхон, там у Тани Мужицкая шрам свой. У меня тоже будет там прекрасный, представьте, рождение на Байкале называется база наша. Жить будем там в юртах, 2 дня семинара, потом целый день экскурсии, это же вообще, когда еще на Байкал попасть? И с такой темой, как рождение творческого потенциала. У меня вообще там просто чудеса в прошлый раз были. 29 человек. Любовь к себе. Семинар. Народ собрался так плотненько. Ну, понимаете, вот очень важно, когда потенциал работы внутри темы умноженный на красоту места. Поэтому где еще здесь в России можно такое место? Представьте, прямо на берегу стоит эта база. Утром просыпаешься, панорама. Байкал. А что такое Байкал? Это вот, что такое Ольхон на Байкале? Это остров, ну, такая высота-то, может быть, ну, где-то этажей в 5. Мы стоим наверху, там тренинговый зал, там сказкотерапия и раскрытие творческого всего внутри вас, особенно для тех, это интересно, кто пишет чего-то, кто исписался, у кого закончились сюжеты какие-то, у кого... затык или кризис творческой жизни. Раз мы занимаемся там, а Байкал сам по себе гудит. Вообще просто он же. И он так непредсказуемо. И вот я хочу сказать вам, в основном мы говорим там озеро, море. Байкал – это мужчина. Вот. Кто, девчонки, кто боится мужчин? И Ольхон – мужчина. Там мужчина в мужчине, вы не представляете. Хотя Байкал вроде он такой... Ну, вроде по логике вещей вода, он должен быть женственным, а он мужественный. И Ольхон в нем лежит мужественный. Как будто это одно целое, просто разные мужские ипостаси. Поэтому все там раненое, мужское, женское, все исцеляется походу. Вот. И у нас там в начале августа, первые числа августа, семинар по раскрытию творческого потенциала. Ну вы что это... Уже там, в принципе, это немножко осталось, поэтому напишите на телефончик, там, WhatsApp, по ссылке, потому что это очень-очень круто. Понимаете, я еду с 3 своими студентами, просто они специально из Москвы. Мы вчетвером едем, будем жить в одной юрте. Там, кажется, 4 юрты на территории центра. Есть отдельные рождения на Байкале, есть отдельные номера. Двухместные. То есть это для тех, кто любит, знаете, так вот вдвоем. Можно втроем даже, вчетвером. Но лучше вдвоем. Вот. В прошлый раз мы были, и Игорь организовал нам такую классную экскурсию. После семинара я уже думаю, ну отдохнуть, наверное. И вот мы сели на УАЗиках. 3 часа ехали в самую крайнюю северную точку Байкала. Получается, с северо-восточную. Вот. И там, ну, как бы огромная скала, 2 таких языческих прекрасных с ленточками из тукана стоит. Но это не важно. Буряты там чувствуют, где духи находятся. Они ставят там эти истуканчики. Очень красивые такие фалосы, именно байкальские. Вот, бурятские. Вот, и вы не представляете, что такое Байкал. Вот так раз... Где-то на высоте 15-этажного дома очень высокая скала, и
оттуда все это видно. Я даже поговорил с организатором, что можно, в принципе, и на дольшее количество времени там остаться. Но самое главное, понимаете, синтез, который мы делаем на этот раз, это синтез чего? Семинара раскрытия творческого потенциала и самого пространства. Поэтому кто это видео видит в первый раз, кто не заметил объявление, кто хочет действительно, ну, чтобы глубоко и качественно, я вас очень приглашаю. Вот, особенно моих учеников, там, студентов, людей, которыми есть какая-то близкий контакт и дружба, потому что очень хотелось бы, я это делаю только один раз там, может быть, чего-то еще сделаем, но раскрытие творческого потенциала — это самое-самое то. И здесь, мне кажется, для раскрытия творческого потенциала очень важна некоторая отрешенность, некоторая пауза от привычного пространства, где вы выгорели, где у вас уже идеи не прут, или где в той специальности, в которой, может быть, вы 5, 6, 7, 10 лет работали, у вас такой, как бы, ну, пустота, краш уже, не хочется этим заниматься. Потому что, ну, по отзывам моих участников, это дает какую-то совершенно сумасшедшую, неимоверную силу, и мне хотелось бы просто этой силой с вами поделиться. Потому что, чего я могу сказать о себе? Я в глубоком контакте с этим творческим пространством внутри. Я когда туда впервые попал, мне оттуда стали валить идеи, там, мысли, чувства. Я едва успеваю это все передавать. И мне приходится, чтобы создать такие, знаете, карманчики, кейсы, через которые преподавать, но это все фокусировать в семинарскую тему. То есть, чтобы как-то люди могли хотя бы понять, о чем это. Ну, и поэтому я просто, вот, если хотите, прямая передача. Потому что у меня этого много, настолько, что прям сердце не может успокоиться. Хочется отдавать и отдавать. Я колоссально готов к разным неожиданностям проявления этого творчества. К чему-то, к тому, что любая ситуация, любая группа, любой клиент, который пришел для того, чтобы решить свою дефицитарность, депрессивность и так далее. Кстати, депрессия – это антоним творчества. Ну вот, поэтому если депрессия, то идей нет, сил нету, вдохновения нет. Творчество – это колоссальный подъем именно этого. И творчество в любви, понимаете? Выгорание в любви – это тоже очень-очень важный фактор. Мы становимся друг другу неинтересны, когда из любовных отношений уходит творчество. Когда ты вроде делаешь одно и то же каждый день. Поэтому все это решаем, все это восстанавливаем. У нас в центре Отчий дом. Просто я смотрю, за 3-5 дней мы так не спешим в этом плане, и человек восстанавливается полностью. А на Байкале это сколько там, 4 где-то в общей сложности дня, но это умноженное, как сегодня модно говорить, на энергетику места. Поэтому, когда я смотрю, что-то вы не поняли, что за семинар на Байкале, да? Я вам сейчас рассказываю. Я приглашаю Марину, Ирину, Сергея, Николая, Влада приглашаю, кого там еще, Павла приглашаю, вот, Татьяну, Наталью, Инну. Вот, а еще я приглашаю Богдана, еще Валерку приглашаю, Димку, еще одного Сергея. Вот если Сергей подумал, что то о другом Сергее, вот это как раз о тебе. Вот, просто приезжайте и прекрасно, здорово. Понимаете, вот я не люблю вот тусить просто так. Если по смыслу, то я готов, ну, общаться, даже делиться и сидеть с холодными или теплыми вечерами. Да, берите дождевики. Вот, может быть дождик, но, скорее всего, не предвидится. Вот. Ну и берите свое желание просто обновиться. Вот то, в чем вы, ну, как бы подзастряли, вот, обновление. Я хотел сказать, подаю справки с гарантией, что обновление будет,
что творческий потенциал раскрывается. Но такую справку, ну, юридически неправомочно придумать или написать. Поэтому я здесь не буду выдавать вам гарантии, справки. Все зависит от внутренней интенции. Но вот это свежее дыхание жизни, свежее дыхание, умножаемое на свежее дыхание Байкала, оно дает, вот как на семинаре любви к себе, оно дало колоссальный всплеск и результат. Так и здесь. Мне очень, ну как бы захотелось, и внутренняя мотивация есть, и сила есть это провести. Особенно хочу пригласить Эльвиру, Ольгу, Екатерину, Нину. Вот. Ну и ребят, конечно, потому что, видите, я замечаю, что в основном саморазвитием занимаются женщины. Женщины в большей степени открыты чему-то интуитивному. Они прекрасно знают женщин. Мужики это подозревают, не знают. Что когда эмоция, чувство запущено, то идеи приходят. Мужики очень часто думают, что надо побольше идей в интернете прочитать, и тогда ты что-то поймешь. Но в интернете чужие идеи. Важно, чтобы запустились свои. У меня нет никаких идей для вас. Но у меня есть пульсирующий потенциал вот здесь, для того, чтобы этот потенциал начал вибрировать также и у вас. Я, конечно, в наглую сейчас самопиаром занимаюсь, но мне это делать просто в кайф. Вот, потому что мне очень нравится делиться, это мой дар и это моя миссия. Итак, первый уикенд августа, семинар «Раскрытие творческого потенциала» на Байкале, остров Ольхон. Ссылочка, как там говорят, да? Ссылочка на телефон организатора и, значит, эту группу ВКонтакте внизу под описанием. Жду вас там. Встретимся, просто зажгем.